Вести Карачаево-Черкесия. Встретитесь с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы. Вопросы поддержки мобилизованных граждан и их семей обсудили власти Карачаево-Черкесии. Во всех муниципальных образованиях республики пройдут тренинги про самозанятость. Номерной фонд курорта в регионе на новогодние праздники забронирован почти на 90%. И в школах Карачаево-Черкесии стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. А теперь подробно об этих и других темах. Под председательством главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялось заседание, на котором обсуждены вопросы, связанные с реализацией комплекса мер, направленных на поддержку мобилизованных граждан и их семей. Эти вопросы руководители региона держат на личном контроле. Семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев получат адресную помощь по любым возникающим вопросам, от обеспечения продуктовыми наборами до получения квот на лечение и газификации их домовладений. Соцработники и сотрудники местных администраций находятся в постоянном контакте с подшефными семьями. Кроме того, на заседании обсудили комплекс мер по дополнительному оснащению участников спецоперации. Сегодня в соответствии с потребностями продолжается формирование грузов со снаряжением для наших бойцов. Помимо уже выданных комплектов и снаряжения, оперштабами еще приобретены сотни комплектов зимней одежды и утепленной обуви. Формируется очередная партия тепловизоров, раций, квадрокоптеров, генераторов и так далее. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов дополнительно поручил проработать вопрос взаимодействия с военными госпиталями, где сегодня проходят лечение наши земляки для оказания помощи раненым. Мы должны понимать, что на нас лежит большая ответственность перед семьями мобилизованных граждан и перед самими мобилизованными. Неоднократно повторял, что мы должны им оказывать максимальную поддержку и внимание, и это должно происходить ежедневно. Поэтому сегодня хотел бы заслушать доклады о том, какие меры поддержки реализуются и как они реализуются, какая ситуация с выплатами и что у нас по очередной поставке тех необходимых наборов вещей и первой необходимости, и одежды, и лекарственных препаратов. В России заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь военнослужащим. Присоединиться к проекту может каждый. На сайте мобилизация.рф размещен список необходимых армии товаров военного применения и предметов бытовой необходимости. Вся продукция, предоставленная предпринимателями, будет промаркирована зонтичным брендом, сделана для фронта и направлена в зону боевых действий. В проекте уже участвует более 200 предпринимателей из 37 регионов России. Министр здравоохранения Республики Казим Шаманов ознакомился с ходом капитального ремонта Тибердинской участковой больницы. Мероприятия осуществляются в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачаево-Черкесии. Сейчас на объекте строители заняты демонтажем перегородок и окон. В ходе ремонта будут заменены все коммуникации и проведены отделочные работы. Поликлиника будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появятся пандусы и санузлы. Работы планируется завершить к концу этого года. Прививочная кампания против гриппа к предстоящему эпидсезону продолжается. На сегодняшний день провакцинировались почти 172 тысячи жителей Карачаево-Черкесии, из них 51 700 дети. Всего в наступившем эпидсезоне ОРВИ и гриппа предстоит привить около 60% населения республики для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе соответствует средним многолетним показателям. По итогам прошлой недели эпидемические пороги заболеваемости не превышены. Положительная динамика прироста отмечена во всех когортах населения, кроме детей 3-6 лет и взрослого населения 15 лет и старше. В самом крупном городе республики Черкесске динамика прироста заболеваемости также положительная во всех когортах населения. Прирост за неделю среди совокупного населения составил 10%. Специалисты Россети и Северный Кавказ подключили к электрическим сетям животноводческие комплексы группы компаний «Домате», расположенные в окрестностях хутора Родниковского и поселка Ударного Прикубанского района. Для подключения объектов к сетям энергетики и филиала «Карачаево-Черкесэнерго» построили около полукилометра линии электропередачи и установили пункт коммерческого учета.
В результате комплексу по селекционно-племенной работе в хуторе Родниковском выдано 30 кВт-часов мощности, а в поселке Ударном, где уже построена и введена в эксплуатацию первая очередь откормочные площадки на 14 тысяч голов мелкого рогатого скота, заявителю увеличен объем выдаваемой мощности на 40 кВт-часов. Следственными органами республики завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и участников организованной преступной группы из числа граждан России и стран Средней Азии сразу по 8 эпизодам. Обвиняемые организовали канал поставки и незаконный сбыт наркотических средств, в частности героина и метадона, на территории Карачая-Черкесии и Ставропольского края. По версии следствия, жители Екатеринбурга организовал преступную группу с целью сбыта наркотиков, к участию в которой привлек гражданина России и двух граждан-выходцев из стран Средней Азии. Далее участники орггруппы в различные периоды времени прибыли на территорию Ставропольского края, где по каналам поставки получали наркотические средства. Затем, находясь по местам своего проживания, расфасовывали наркотики в удобные для сбыта упаковки, после чего осуществляли незаконный сбыт путем многочисленных тайников-закладок. В ходе расследования дела было обнаружено более 70 тайников с наркотическими средствами, а в отношении всех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в настоящее время прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. На курортах Карачая-Черкесии отмечается высокий уровень бронирования мест в гостиницах на предстоящие новогодние праздники. Бронирование на Архизе достигло 95%, а в Домбае – 80%. Наши курорты традиционно пользуются большим спросом на новогодние праздники. Особенно у гостей популярны Домбай, Архиз, туркомплекс, медовые водопады и Тибердинский национальный парк. Несмотря на то, что до новогоднего периода еще больше месяца, номерной фонд забронирован почти на 90%, рассказал министр туризма и курортов Карачая-Черкесии Расул Тикеев. В прошлом сезоне новогодние каникулы на курортах региона провели около 170 тысяч туристов. Отметим, что на курортах Карачая-Черкесии для гостей подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной степени сложности и общей протяженностью 52 километра. Ну и в продолжение темы туризма. Карачая-Черкесия лидирует среди самых востребованных направлений для отдыха в глэмпинге осенью. Российский сервис бронирования отелей и квартир Twill.ru проанализировал статистику и на основании данных бронирования нашел самые популярные у российских туристов глэмпинги для осеннего отдыха. Лидируют в рейтинге южные направления для осеннего периода. Во главе списка Анапа, Архыз и Сочи. На территории Карачая-Черкесии с 14 ноября по 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения. О том, какие мероприятия будут проводиться в республике в этот период, сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД МВД по Карачая-Черкесии Лилия Гогушева. По итогам 10 месяцев текущего года на территории Карачаево-Черкесской республики отмечается рост трех основных показателей аварийности. В частности, по количеству дорожно-транспортных происшествий, по числу погибших и раненых. В период времени с 14 ноября по 14 декабря текущего года сотрудниками госавтоинспекции на территории Карачаево-Черкесии проводится месяц по безопасности дорожного движения. Мероприятия проводятся в целях снижения уровня аварийности, основными причинами которого являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также нарушение правил перевозки детей. Помните, уважаемые участники дорожного движения, что соблюдение правил дорожного движения начинается с нас самих. Берегите себя. Предприниматель из Карачая-Черкесии Арсен Карасов стал победителем 4-го спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта, представляющего
Историческое единство Донбасса с Россией и преемственность истории будут проведены тематические уроки для школьников и студентов региона. Его творческая концепция заключается в проведении занятий, абсолютно не похожих на стандартный урок истории, к которому дети привыкли за годы обучения. На каждом занятии будет своя изюминка, заключающаяся в тематике, мультимедиа-оформлении и приглашении общественных деятелей и интересных личностей. Участие подростков не будет ограничиваться только прослушиванием и просмотром. Им будет предоставляться время для выражения своих идей, своего видения ситуации. С 1 марта следующего года жители многоквартирных домов смогут сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Такая возможность будет доступна тем, кто по каким-то причинам временно не пользуется данной услугой, например, из-за отъезда в отпуск или командировку. Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются, исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Чтобы сделать перерасчет, нужно будет подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие туристические путевки или авиабилеты. Правда, услуга будет предоставляться жильцам, которые отсутствовали более 5 календарных дней. Во всех 10 районах республики пройдут тренинги про самозанятость. В регионе уже стартовала серия обучающих тренингов «Самозанятость. Инструкция по применению» для потенциальных и начинающих предпринимателей муниципальных образований Карачаево-Черкесии. На сегодняшний день обучение прошло в ряде муниципалитетов республики. Спикером выступил Салых Хурусов, заместитель начальника Центра поддержки предпринимательства. На мероприятиях раскрыты все плюсы и минусы самозанятости. Участники узнали, что такое самозанятость, как получить этот статус и что он дает. В республике стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, который продлится до 21 декабря. В нем участвуют ученики 7-11 классов, успешно выступившие на школьном этапе олимпиады, а также победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года. На основании результатов данного этапа будет сформирован список участников следующего регионального этапа олимпиады. Интеллектуальные состязания проходят по 19 общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, иностранному языку, это английский, немецкий и французский, информатике, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву и другим предметам. Студенческий народный хореографический ансамбль «Шохлук. Дружба» стал победителем в номинации «Национальная хореография» межрегионального фестиваля этнической культуры «Этнова» в Дагестане. Студенты из 7 регионов Северокавказского федерального округа представили свои национальные подворья. Посетители фестиваля смогли познакомиться с традициями, культурой и промыслами народов Кавказа. В программу вошли вокальные выступления, театральные постановки и гала-концерт. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению региональных синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснением погода. Утро местами дождь, в горах с мокрым снегом. Днем преимущественно без осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Утром в горах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в горах местами плюс 3,8. А в южных и центральных районах местами высокая степень пожароопасности 4 класса. В Черкесске днем без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 12 градусов выше 0. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. На правах рекламы. Полундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!